Третий агульнокомандный – это выник спортсменов Могилевской области на республиканской спартакиаде школьников. И она завершилась у Гродно. Юные спортсмены спрачались у 21 виде спорта. Команда Могилевской области удало выступила у вольной борьбе, дзюдо и шахматах. Там мы были первыми. Еще 11 раз наши спортсмены становились сребными и бронзовыми призерами. Узгадаем, что наступная республиканская спартакиада школьников пройдет у Могилеве у червня 2017 года.